ну, пустая. Труда один участок сформирован по обращению граждан. Остальные земельные участки у нас под строительство, под малоэтажные жилые застройки оставлены для строительства социального жилья. Все-таки надеемся. У нас по сиротам уже сирот селить абсолютно некуда в городе. И мы надеемся, что будут выделены деньги на строительство, и мы построим дома для бюджетных работников, в том числе для предоставления детям сиротам. Труда вот такое решение. А и улица Чехова? Улица Чехова. По улице Чехова один земельный участок в прошлом году, Чехова 1, был продан. Право аренды было продано на аукционе. Сумма составила 1 555 000. То есть она возросла в 60 раз от первоначальной. На сегодняшний день у них подготовлена вся документация. И в ближайшее время строительство начнется. И там же вся улица. Там будет торговый центр. Кроме того, по другим земельным участкам могу рассказать, что два земельных участка, я об этом ранее уже вам рассказывала, были один в собственности Гусенова Ивана Владимировича, а один в организации. На сегодняшний день наследники вступают в наследство, и от одного участка уже устно они отказались, который был на физическом лице. И этот участок также нам будет оставляться на рынке. Один участок, который от рынка, если ехать мимо пожарки, поворачивать направо, этот участок оставлен как ликвидация. Его под строительство город не рассматривает. Два участка 10 и 12, вот о которых я сказала, если ехать отсюда в сторону УВХ, поворачивать, вот это Гусейновский, 10 и 12. Один нам точно передадут. По-другому, если наследники не вступят в наследство, как же город его заберет? Если вступят, будут там строиться. Строится, не строится. У них земельный участок, аренда земельного участка до 25.05.2024 года. Правильно? Ждем до мая месяца. Да? И планы их нам неизвестны тоже. Почему? Известно. У них на проект на экспертизу. То есть должны получить, если принесут положительное заключение экспертизы, значит, пойдет, если нет, значит, взять этот участок.